Вот, смотри, лук ест. Нет, выбрали. Ну все, значит, привет, дорогие друзья! У нас начался новый сплав. Мы сейчас в Джердуджиле приехали вот на этом автобусе. И я впервые в поездке без камеры. Так что буду снимать на iPhone, потому что я даже до сих пор, год уже прошел, я не доделала свой предыдущий фильм, потому что у меня просто не было времени. Четверг, традиционный сбор плота. Уверена, что 20 раз пожалею о том, что не взяла камеру. Уже начинаю жалеть. Народ активно обращает внимание, что я без камеры. Фига ты вырос. Собираем крышу. Самобранка у нас. Леонид Павлович, а вот вы и попались. Я что хочу сказать? Я вот очень рад, что я наконец-то сюда приехал. Ну вот организация труда мне маленько не устраивает, потому что я вот когда руководил коллективом, который собрал плот, собрали очень хорошо. А сейчас разброты шатания в полном этом смысле слова. Поэтому... Ну это же традиционная разброта. Это традиционная, да. Но тем не менее, мне это не очень нравится. Но ничего, я потом себя успокою как-нибудь внутри, да, глубоко. Никто не увидит. И потом будет все хорошо. Это какая-то новая накидка, что ли, да? Тен. Накидка это напольник. А, это на... Это этому напольнику 30 лет. Это... Да? Да. Все, сюда вещи, которые... Мокнут. Могут ломать, да. Ага, так, устройство. Обживаемся. Люди требуют фильм. Фильм будет. Надеюсь. Вот сейчас мы собираемся. Заносим на плот вещи. Последние приготовления. И пойдем уже сегодня прям по Мане. Начинаем в четверг.
сейчас байдем. Все на берег! Все, давайте. Все, стойте. А что вы так быстро? Так, а мы отойдем, ладно, как вы смеете. Нам проще. Нет, вы стойте, да. Нам проще отойти, чем. Дистанцию от легенд держите, пожалуйста. Не кашляйте на нас. На чем пойдете? Да вы должны, не сморкайтесь на нас. Вы должны вдыхать, мы кашляем. Вы что, в Таиланде, что ли? Мы пойдем отдельно на посоединение. Итак, внимание. Подожди. А вот Дима, Аля, итак, мы начинаем очередной юбилейный семейный сплав. А вы не поверите, он правда юбилейный? 45-й? Нет, 35-й. Многие. Итак, слово предоставляется Андрею Викторовичу. Легенде. Ну, как обычно, ребята, причем в этом году, что обидно, мало новых людей. Все уже или были, или будут. Дай Бог тебе здоровья, конечно, человек. Ну. Нет, ну хочется новичков привлекать. Да, вот мы на инструкции, у нас было 3 новых вообще было в кафе. Ну ладно. Ребят, я вас люблю. Дай Бог, еще не год походим. Сколько ушли, столько и пришли. Леонид Павлович. Да. Ну, вот, дорогие мои, я вот раз, каждый год я рад вас видеть вот здесь, на этой, этой красивейшей реке Мани. Всегда. Я хожу уже лет 14, уже там столько не ходят, уже столько не живут практически, а я все хожу. Золотые слова. И вам советую столько же ходить и наслаждаться этой рекой. Поэтому счастлив я, счастливы должны быть вы. Ура! Ура! Друзья, мы опять на Мане. Мы целый год этого ждем. Вот, наконец-то этот момент настал. Все получаем удовольствие. Желаю, чтобы все классно было. А у нас всегда все классно. Сколько я жду? Да, Дима 2 года. Дима 2 года. Да, ну и... Виноват. Андрей, нашу песню сегодня в связи с состоянием певца под фанеру. Под фанеру. Фанерой будет легенды, а я буду открывать рот. Да. Кому открывать рот? Себе. Уплывает, уплывает, уплывает пароход. Помогайте. Предрассветный дым летает, провожающий народ. И береговые грезы тонут в пенистом кольце. То ли ветер выбил слезы, то ли брызги на лице. Высокая волна с берега видна, а берег плохо виден за волной. И все глядят назад, а солнце бьет глаза, раскачивая тени за спиной. Уплывает. Уплывает. Это было традиционное построение. Сейчас мы кружимся на плот. Ром, пойдем. Там у нас готовится ужин, уха. А мы уже отчалили. Димыч вон там вот. Ярика догоняет. Кто на лодке? На лодке Люха и Дима. Ну все. Ну давайте. Заплыст. Заплыст. Сейчас будет команда бабы за борт. Это видео. Это видео. Мы только что отошли от резерва. Начинается у нас большой семейный классический сплав в Мане. Ура! Thank you.
уха с манской рыбы, да? С манской рыбы. Рыбаков-то видел сколько? Рыбаков у нас в этот раз до Димки конкуренция. Приятного аппетита! Спасибо! Мы уже причаливаем на полянку. Наконец-то борщевик! Борщевик! Что-то пошло не так. Слово борщ, да? У нас должен быть уховик, мы же хуели. Не ходи здесь. Давайте, давайте вспомним, кто был на весла, а кто был в десанте. Отгреба обратно, Вань. Ну, Ваня гребет нормально. А это наши пацаны на лодке. Наверное, да. Очень приятно. Давай тут тратимся, давай скачаем. Там лучше, конечно, там. Выход. Все, идеально, чай. Чай. Я могу? Нет. Вот чайник, а. Наберут подвели. На, Вита. Ого. А, сука. От нашего дома вашему, да? Три. Стой, убери ноги. Так. Рома, иди сюда. Все, давай. Стой, его надо сходить. Ну что тут за поляна, норм? Там арбуз какой-то. Там арбуз какой-то. Да. Давайте ломать этот арбуз. Вон. Баню кто-то, похоже, делал. Полянка вытоптанная, готовая. Арбузы где-то нашли. Поляна арбузная. Стой! Рома, возьми, убери в костер. Кто-то постарался, вытоптал нам, да? Медведь нас ждал. Надеюсь, нет. Так, это наше ежегодное место стоянки. Вот на таком красивом виду. Поляна муравьиная. И муравейник. Никит, позови. Здесь вот много муравейников. В палатке все было, да? Ну, видишь, у нас запасные теперь есть. Ставим палатки. Ставим нашу громадную палатку. В прошлом году я назвала эту поляну муравьиной, потому что тут реально очень много муравейников. А вот наша большая палатка. В прошлом году у нас был тестовый запуск, и за год она немножко подзаржавела. Уже очень много мошки, этих комаров вроде нет, а мошки, мошки дофига. Как без меня выживали-то, а? Да никак, зайчка, без тебя вообще не песня, которую я тебе пою за тебя. Я жизнь отдам за тебя. Борщевик тут человеческий рост. Я и борщевик. 8 часов вечера, кстати. Мы из дома выехали в 2 часа. Грета, привет.
Что, Дима, нынче на арбузах, да, костер разводят? О. Новая технология? Подай. А, пор? Смотри. Вот я пор тебе кидаю. Что там вообще делал-то? Не грязные. Вещи давай или мой, или что, или суши, или что-нибудь оттирай. Машка реально съедает. Новые технологии раздува костра. Только на Wildberries. Заказывайте только на Wildberries. Вот это повезло. Так бы не плыть, так бы и жить. Так бы и плыть, так бы и жить. Так бы и плыть, так бы и жить. Так бы и плыть, так бы и жить. Вот такой вечер у нас. На этом я с вами сегодня прощаюсь. До завтра. Ну они же сами путают. Уставшие глаза закрой. Пускай заболеет в лес, пускай дом на небес, объемный город пусть, бормочет сон на лесу. Воу-воу-воу, дождь, опять всю ночь, а будто не было и нет, безмушенной войны. Трупы сняли с фонарей, пожар, менты, ты возмутительно вина, а я... Воу-воу-воу, дождь, опять всю ночь, но мы будем танцевать до самого конца. Свет далеких фонарей, туман забытый. Восхитительная вина, а я... А чё ты? Вы? Всё, можно.